Привет, друзья! С вами Любомир Борода. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить поздравлению всех вас с наступающими праздниками. А данный выпуск я планировал несколько дней подряд, записывая на бумажке, что же я вам скажу, что же я вам покажу. В итоге, как, наверное, это бывает у всех, перед новогодними праздниками мысли все находятся в таком хаосе, что сформулировать что-либо и собрать в единый комочек в этом году у меня уже не получается. И поэтому я хочу пожелать всем вам счастья, мирного неба над головой, тепла, здоровья. Обязательно в новом 2017 году побольше путешествуйте, не болейте, ездите в различные интересные места, фотографируйте, пейте чай, жарьте мясо на костре и прочие-прочие интересные дела. Жизнь дана нам один раз, и поэтому прожить ее надо с кайфом, для того, чтобы каждый вечер засыпая, нам было о чем вспомнить. Также хочу немножко, наверное, сказать вам о том, что в следующем году я постараюсь свои выпуски сделать уже регулярными, разбить это на более точные тематики, почаще отвечать на все ваши вопросы и делать так, чтобы вам было интересно подписываться на мой канал. А в этом году я хочу обратить внимание на мой инстаграм-аккаунт. Сейчас я завел рубрику «Любомир Топ 2016», в которой показываю аккаунты людей, которые мотивировали меня в течение 2016 года, люди, которыми я восхищен. И, собственно, я показываю эти аккаунты в своем инстаграме для того, чтобы познакомить вас с ними и для того, чтобы вы могли посмотреть на интересные, так сказать, инстаграм-блоги. И раз уж зашла речь о людях, которыми я вдохновляюсь, хочу представить вам своего друга Алексея. Мы знакомы уже около 10 лет, может быть, даже чуточку больше. Алексей уже такой модный инстаграм-блогер, может быть, вы знаете, называется он Бертсерк. И это человек, который ввел хэштег «Бегу за собакой». Вместе с этим хэштегом он запустил целый движ людей, которые пообещали к концу этого года, к началу 2017, а точнее к 1 января 2017 года, сделать какое-то определенное дело, достичь какого-то определенного результата. И в случае достижения результата люди обещались перевести определенную сумму денежных средств на приюты для животных. В случае недостижения результата эта сумма удваивалась. Каждый это делал по-своему, вот. Но Алексей это запустил в целях помощи приюту для бездомных собак. Он пообещал пробежать 2017 километров, о чем в своем инстаграм-аккаунте он все время оповещает и показывает данные, свои маршруты, интересные локации и свои силы и стремления к совершению поставленной цели. Вот. И Алексей буквально там 3 дня назад завел свой YouTube-канал, открыл. Это очень креативный человек, он не только бегает за собак, вам стоит на это посмотреть, поэтому ссылка на профиль Алексея, на канал Алексея под этим видео. Подписывайтесь, вдохновляйтесь и достигайте всех поставленных задач. На этом, друзья, все. С вами был Любомир Борода. До новых встреч в новом году. Спасибо за внимание.